Историко-мемориальный центр музей имени Ивана Александровича Гончарова благодаря участию в государственной программе и в проекте «Оживший музей» получил комплекс оборудования для занятий с особенными детьми. Это и компьютерная техника, и громкоговорители, и инструменты для шумового оркестра. Также есть развивающие игры по методике Монтессори, цветовые столы для песочной графики. Конечно, вот весь этот комплекс направлен именно в первую очередь на ребят, которые к нам приходят, ребят с ограниченными возможностями, или мы говорим особенные ребята, да, вот. Но, в принципе, к нам могут приходить и обычные дети, конечно. То есть достаточно, будем говорить, чтобы оборудование не простаивало, работало, вот, и может использоваться и также в других, как бы, направлениях работы нашего музея. Оборудование поможет детям с ограниченными возможностями выполнять логопедические упражнения по развитию речи и формированию дикции, дополнить театрализацию звуковым сопровождением. Уникальный проект «Оживший музей» действует на базе детского центра музея 7 лет. За это время он объединил семьи, воспитывающих детей с ментальными нарушениями в развитии. Так, 2 года назад силами особенных ребят и их родителей была поставлена новая театрализованная экскурсия. Начались регулярные ежемесячные выступления перед своими одноклассниками, студентами техникумов, детьми из реабилитационного центра «Подсолнух». Мы решили акцентировать нашу работу именно на таких детях, потому что они максимально не социализированы. Обычно эти дети находятся в домашних условиях, фактически они не выездные. Музей открыл для особенных ребят целый мир. Теперь они могут не просто посещать музей Гончарова. Еженедельно в детском музейном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья проходят занятия, а после специальных речевых и развивающих упражнений они сами разыгрывают небольшие сюжетные сценки в залах музея. Ирина Антонова, Юрий Канихин, новости Улправда ТВ. Молодец.